Перераспределение средств бюджета. Решение к предстоящей сессии Горсовета готовят депутаты. На заседании комиссии по бюджету и финансам побывала наша съемочная группа. Свободные остатки за прошлый год составляют 89,5 миллиона гривен. После оплаты кредиторской задолженности на нужды городского хозяйства останется 35 миллионов, которые и предстоит распределить. Сейчас имеется более 20 объектов, на которые в первую очередь нужно выделить деньги. Депутаты предлагают около 3 миллионов гривен направить на здравоохранение. Почти половину из них на капитальные и текущие ремонты и на центр экстремальной медицины. Здесь есть приобретение оборудования, аппарата УЗИ, автоклава. Здесь есть дополнительные средства на медикаменты, на перевязочные материалы. Значительная сумма в 10 миллионов гривен пойдет на наполнение депутатского фонда. А это значит, что 40% этих средств пойдут на программу «Кровля». То есть начнется после решения сессии реальное финансирование. Часть средств депутаты уже запланировали, уже распределение сданы, пойдет на здравоохранение, часть на выполнение ремонта в школах, в детских садах. И как только будет принято решение, по всем этим направлениям могут быть начаты реальные работы. По линии управления коммунального хозяйства депутаты запланировали выделить 8 миллионов гривен. Из них 5 миллионов на ремонт внутриквартальных дорог. Мы используем для этого тот ресурс, который представляет собой перевыполнение бюджета 2011 года. Каким образом в итоге распределятся средства, станет известно на сессии городского совета 23 февраля.